Вагон одного из трамваев 15-го маршрута стал арт-площадкой киевского художника Юрия Курчака. В Нижний Тагил он приехал с проектом «Мастерская плаката». Евгения Музяева продолжит. Мастерскую плаката превратился в салон этого трамвая 15-го маршрута. Сюда принесли все необходимое для рисования. До конца недели с 10 утра и до 3 часов дня художник из Киева Юрий Крючак будет вести с пассажирами беседы о жизни, делать вместе с ними коллажи на тему Нижнего Тагила. Мне показался этот город очень ярким, очень значимым по своим смыслам, по значениям. Цель проекта – обозначить связь человека с местом. В КЦ трамвая разместили карту Нижнего Тагила. Здесь любой желающий может оставить заметки. На них можно указать те проблемы, которые волнуют горожан больше всего. Например, кто-то здесь мечтает о лесопарковой зоне, а кто-то о нормальной дорожной разметке. Это цвет, которым мы определяем места, важные для личной истории человека. Это места, где человек живет или проводит отдых свой. С голубым цветом мы определяем место, которое человеку важно, но он хотел бы его развить. Дороги нас тревожат между домами грязные. 21 век, цифровое телевидение, а дороги как в 18 веке. Компанию киевскому художнику в трамвае составили студенты худграфа Нижнетагильского социально-педагогического института. Тагильчане нас не сильно внимание обращают на художество, вот, но зато активно участвуют вот, в Алисином проекте. Вот, в основном детишки подходят, подходили дети, спрашивали, что мы тут делаем, с нами пытались поучаствовать. Это галерея выдающихся людей Тагила, но я ее пишу не сама, то есть я подхожу к людям и у каждого я беру как бы такой небольшой соцопрос, устраиваю им, то есть какого человека они могут выделить. То есть не обязательно какой-то прям известный такой человек, может они кого-то прям считают таким типичным тагильчанином. В целом проект Юрия Крючака тагильчане нашли интересным. Интересно все равно, разнообразие какое-то. Чтобы больше людей ездили, потому что интересно было ездить, что не просто трясет, но еще и как-то развлекает. Также им понравилась сама эта модель, когда человек едет куда-то, переезжая по городу, может общаться. Как оказалось, это тоже для Нижнего Тагила имеет значение, и люди, в общем, были по итогу приятно удивлены, что такое место появилось в Нижнем Тагиле. Результатом социально-художественного проекта станут рисунки, эскизы и коллажи тагильчан. Их увидят гости 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Мероприятие пройдет в Свердловской области с 9 сентября по 10 ноября. Также Юрий Крючак в ближайшее время планирует сделать большой документальный фильм о Нижнем Тагиле. Евгения Музяева, Михаил Новожилов, Диана Буторина. Реальный Тагил.